Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров на карте Архипелаги в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, захватил. Ну, ничего, сейчас у меня прибежит сейчас. Прилетят сюда эти летучие отряды. Мы тут поставим город таки. Раз, два, три. Надо ремонтировать лошадей. Так, ну, я не вижу смысла сидеть дальше. У меня осталось три города и нуля. Два города. Столица у меня уехала. Да, Валера правильно пишет. ГГ. Да, спасибо за игру. Да, все, всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока. Пока. Пока-пока. Пока. Не уходите далеко, я сейчас за вами пойду. Тебя уже отстак добирает? Ну, у него есть производство, у него нормальные места. Более-менее. Да. 34 науки, конечно. Моя атака захлебнулась. Это у него 34, потому что я ему порушил еще кампус. Немножко. Да. У нас тут и у него места не ахти. Вообще надо побольше мне тут этих кавалерийских юнитов поставить. Даже, наверное, сейчас карточку поставлю на вместо улучшения юнитов. Не, ну, сказать, еще эти галеры. Две. Могут, это точно не улучшится в ближайшее время. А вторая галера. Вторая галера далеко. Надо на строительство кавалерийских юнитов. Я бы летучих отрядов тут парочку построил. Надо вот это. Тут и руинки пособирать, и с варварами побиться. Это приятно. Здесь город поставить, если нужно, или в каком, что какая тебе конкретно нужно? Какая там ГГшка? Промышленная. Выше Лиссабона? Да. Ну, то есть особо не важна. А что там за бонусы? Ах, скорее всего, Мехико. Да, Мехико есть. Так, карточку ставим на... У тебя во всех городах ГГшки. Валерию? В ГГшках послы сидят. Там невозможно шлевать. Все за тебя. Где-то мне? Ну да. Четырех за союзник. Так, тут ждем прибытия Лян. И отправим... Путиолы. Забавно. Меня ты снизу атакуешь, слева ты Кабул привел, там варвары еще со мной дерутся, а справа просто варвары прутся. Слушай, я к тебе еще Маскат веду. Ой, Маскат, точнее, не Кабул. Это Кабул как раз. Нет, не Кабул, это назад. Да. Там еще Маскал и Кабул придут. Так, маяк закончен. Да, пусть приходит. Торгов-то надо купить. Как ты их проведешь, они же разойдутся быстрее. Ну, я тебя на измор беру. Я тебе скажу, у меня по... Как его? А в Калианоре я могу караваны отправить? Интересно. Самое большое производство 16. Ну, харе висеть, да, у могу. У меня всего лишь 3 города, у тебя есть шанс меня захватить, хорош. Алеонора, давай союз культурный.
Блин, что все висит? Ну, как так играть можно? Я даже не успел, даже не услышал конца хода. Ацтек, ты что задумал? Кто? Ацтек. Кто это говорит? Русский? Ну, мы с тобой в союзе. Он ничего не задумал, он меня пилить пытается. Да нет, он мечниками на меня идет. Смотри, это мечники от Маската, они сейчас пойдут влево к Китаю. Хайпер с одним уровнем повышения. У меня опять этот гак, я не могу городом атаковать. Это, кстати, юнит. Интересно. Я смогу... Потому что ты только на этом ходу стену поставишь. Лагеря там. Нет, я выбираю атаковать, оно вместо того, чтобы атакует, просто сбрасывает атаку на, ну, на юнита. Просто типа проходит анимация, что есть атака, но атака... Лейнора, ты в союзе не вышел, что ли? Ну, 26, ой, 16 культуры. Ну, блин, 90-й ход. Все-таки. Для 90-го как-то странно. Китай предложение. Маяк. Верфь я куплю. Так, давайте здесь купим строителя. Смешно. Зачем тебе это предложение, когда уже захоти меня полностью? Я не против, чтобы меня захотел. Сказал. Я уже пойду отдохну. Голова раскалывается. Так, пенное место надо строить вот тут. Блин, жалко там. Ладно, давайте строителя строить, этим строителем вырубим тут клетки тогда. Мне как-то третью игру не везет с местом, холмов вообще нету. Ни холмов, ни производства. Ни камп. Слушай, это ты стартанул рядом с Наской, да, Алейнора? Нет, он туда перебрался. Так там от Рена вниз еще вот место есть, остров. Достаточно крупный. Правда, он такой слабенький. Так, выходим опять в Золотой век. Ну и надо будет кругосветочку закончить. Сейчас швед будет неплохо развиваться. Потому что у него да, очень много городов, мало. И они хорошие. Ой, я всех встретил. Где-то варвары появились. А теперь смотрим истинную науку. Да. Что смотрим? Истинную науку. 183 Россия, 138 Кхмеры. Надо воевать им с Россией, конечно. Я бы там и Кхмера, кстати, подтянул. Он тоже недалеко вроде. Кхмер, ты не хочешь на Россию напасть? Да тут у меня тоже есть вот проблемы с другой стороны. Блин, нужны ли мне... Наверное, нужен. Давайте, наверное, монументальность. Или деньги взять. Америк тю-тю. Ладно. Ну чё, Рим напал? Ну так вот без предупреждения разве можно? Так я тебе... Сколько? Вот несколько ходов, по-моему, предупреждал. Войну. Ну, в смысле, не... Рим, мне мешать тебе или как? Зачем тебе мешать Риму захватывать? Он тебе войну мне объявил. Потому что ты был в союзе с русским.
Эй, так, куда ты ушел? Так, это буря пофигу. Я рисую светку, но мне дали за... Блин. Канди, а что ты мне кидал? Союз, что ли? А чё... Какие шутки, о чем ты? Хмера, а ты не мог бы убрать шпиона из... Канди, я не знаю, что ты мне кидал за предложение. Ой. Будь здоров. Спасибо, извиняюсь. Не знаю, о чем... Что за шутки и что ты мне за предложение бросал? Блин, тут уже новые предложения. Ну, мне все равно нужен этот кавалерист. Ну, блин, видишь, я не вижу просто чат, пока я, когда я на него обращу внимание. Крейт, ты будешь нападать, в конце концов, на Стека? Просто ты можешь за его счет усилиться. Лёш, а ты вот своего шпиона... Ну, деньги буду тырить. Что ты хотел спросить? Тут, кстати, акведук — это единственное место. Тут вырубить тоже придется. Блин, а что я взял в итоге? Монументальность, да. Вверх. Посвящение, потом меркантилизм. И надо каперов побольше. Слушай, а может, давай я, может, не буду сопротивляться, а ты меня заберешь? Хочешь? Артём! Как это на тебя не похоже? Тут такая просто тяжесть. Ой, арбалеты. Ой. Арбалеты, наверное, по квадрилеме как-то больно будут. Бить. Все, Америки нет. Вот нас и осталось 8. То есть, там швед захватил сначала грека, потом Америку? То есть, Кри, он и на тебя там, да, зубы точит? С следующим ходом вроде проблемы. Китайцы
китайцы тебе предложение бросил. Да, я сейчас посмотрю. Давай, давай, быстрее, швед. Блин, да как меня бесит это. Чё ты на воду? Так чё ты на воду? Туда нажал. Точно так же, как я этим своим вышел под твоего меча. Это полный бред вообще. Ты же хотел взяться, что ты этим кидаешься. Слушай, ты мир не хочешь, обратно не кидаешься. Смотрите, пожалуй. Если кирасиров. Как тебе верить вообще? Не, я типа юнитов не строю, я сейчас можу спокойно идти как пытаться. Убей просто этих юнитов. Я там строю, в развитии играю уже. Но при этом ты не попадаешь. Поставь их в защиту, да и все. Тут кампус, в принципе, тоже нормальный станет. Сейчас у меня построится один арбалетчик еще и все. Гавань завершили, маяк куплю. Отсюда уже бегает караван из... Отсюда не бегает. Мера, а ты не боишься то, что я посажу своего шпиона Гладиола, и даже если у тебя будут какие-то улучшения на нем, то он... Ни хрена, у тебя фрегатики. О, как ты меня убил, там кораблик мой. Я заснул. Нормально тут, конечно, России завезло с горами. Алиенора, даю. Сколько мы уже воюем? Ходов 40? 30? Здесь верфь куплю, амбар тут не нужен.
Давайте летучий отряд начну строить здесь. Так, амфитеатр. Фри, смотри, у тебя есть хороший шанс захватить его города. Потом... Да я случайно дружбу принял, я не понимаю как. Вот это зря. Случайно дружбу принял. Не... Да серьезно, случайно, я бы даже думал А почему я не могу грабить каравана русского? Видимо, они чем защищены, но Лиссабон не его. Он в золотом веке, либо в героическом принял эту... Реформация, да? Да, Денежная реформа, да. Реформа денежного обращения. Ты не можешь караваны грабить. Фигаси, 668 денег в путевом. Ты все равно проиграешь. Сейчас я еще подтянусь. Да это понятно, вы вот вдвоем одного. Да он и один одного, да. Да вообще нечестно, да? То, что ты его подговорил. Ну, слушай, ну ты влез, ну посмотри, сколько у тебя науки, ну что ты, я не понимаю. Ну ладно. Почему каждый раз вот это вот начинается? Лидер по науке возмущается, что на него нападают. Ой, ты убил все же? Прикольно. Молодец. Так, подождите, тут верфь куплю. Так типа нападать не буду, да? Че? Так я же сказал, я не буду воина строить, а я добиваюсь тем, что есть. У меня осталось два арбалета. Блин, я рационализм не поставил. Вот я молодец. Вот этих, как они называются, тигра. И один меч. Ой, блин, надо что-то быстро открыть. Давай, ты справишься. Божественное право открою. Обрабатывать, когда город поставим. Там уже аэропорт встал. В Москве, видимо, или в Архангельске. Ну, аэропорт, это ж не самолеты. Кстати, в каком городе? В Москве? Чей я сюзерен? Армы, Наски и Буэнос-Айрес. По-моему, Буэнос-Айрес не работает в последнее время. Я не знаю, надо еще глянуть. Так, давайте Крутскому куда-нибудь посадим. Ты, конечно, перекликиваешь, жесть. Да, давайте в Москву. И сменяем. А вот строителей уберем. Я сейчас возьму еще строителя, но эту карточку убираем. Ничего не добавилось. А у меня тут библиотек нигде не по... Я сплошными кампусами играю чистыми. Это я молодец.
Эй, ты чего его убил? Я же отходил. Некрасиво так. Тигра моего драгоценного. Но он на мою территорию зашел. Иди к себе. Он был на экскурсии. Чё ты начинаешь сразу? Блин, вообще не успеваю ходить. Так, уже все обработано, все клетки обработаны. Давайте сюда. Так, здесь надо инвентарек обработать. Русский, зачем нам с тобой дружба? А чё бы нет, я мирный русский. Знавал я таких мирных. Бесплатная теха, нормальная, осадная тактика. А ты кто? Почему нет? Безобидный китаец. Блин, подожди, это вот это вся территория Франции, я только сейчас увидел. Мартиника. Ну да. Ждем меркантилизм, чтобы здесь лесопилки ставить. Я что, я перестал быть сюзереном армы? Нет. А, нельзя рядом ставить. Да-да-да. Ну что, Лян дальше пересаживать? Давайте в Пхавапуру, а Рейну обратно. В столицу, я имею в виду. Блин, что-то я Мокшу взял и никуда не посадил. Китай предложение. Давайте в Ядхапуру, наверное. Китай. Нет, опять не успеваю походить. Так, что у них тут с войной? Вот это просто столица у меня разбомбила, просто ни одной обработанной клетки не осталось. Слушай, мне кажется, Рим, тебе бы лучше стоило на Ярославль и Соликамск нападать, а не на Астрахань. Потому что у Астрахани всего одна клетка, а Ярославль... Китаец, ты примешь сделку? Алло. Алло, сейчас приму, секунду. Я не видел, точнее, я отходил. Так, где у меня тут уголь был, я видел? Вот он.
Рим, предложение. Встречное. А, я уже могу? Да, ты в союзы выйдешь таки или нет? Я просто не знал, что я уже могу, сорян. Так, давай Тулу обстреливать, я там каравелкой лобстер подсоблю. Боже, что я тебя лобстер называю, извини. Чего? Я тебе что-то лобстер называю. У меня нету фрегатов, чтобы ее обстреливать. Там у тебя каперы стоят. А каперы, они сдохнут от выстрела. Это бессмысленно. Так, да ну, там у него пушки только там пока. На овец, на молоко. Прям уже сдохнут. Не подходишь мечником на скот. Так, что тут строить надо? Чтобы я мог тебя обстрелять в конце концов. Верфь я хочу купить. Библиотеки я построил. Блин, универы надо строить везде на самом деле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять городов. Круто! Блин, может мне все-таки Арму, Брюссель и... 688 денег сперто. Это охренеть. Ощущение шедевра, собирать скандал. Ну зачем ты так? Они ж хорошие были. Давайте скандал прокачаем. Это на ГГшке. Идем в А, подождите, она не строится без нефти. Вообще нам нефть надо идти. Оружейная, два арбалетчика. Два арбалетчика, кстати, вполне можно сделать. Я что, не открыл арбалеты? Я не открыл арбалеты. Ну куда ты ушел? Я тебе ушел. У меня этот поджоги затряслись, страшно стало. Ну зря. Слушай, он такой, его надо назвать как-то. У него тут уже три прокачки. Универ. Тут покупаем верфь, покупаем универ. Так, тут ждем пока. Тут апаемся во фрегатик. Чего-чего? Скажите русский. Окей. Прости, Валера. Видел сделку. Русские тут в унынии забирают его со всех сторон. С одной стороны тебя забирают. А с другой стороны он в унынии. Да, понимаешь? А давайте тут промышленную зону ставить вместо коммерческого района.
Слушай, у меня там варвары в тылу шалят. Они, кажется, быстрее тебя меня захватят. В каком тылу? У меня под столицей вон мечники ходят. Короче, пошли арму захватывать. Так, а здесь я куплю апостолов, чтобы укрепить религию окончательно. Ну все, ребят, у меня нет алюминия. Я тебе отсюда. Ну, спасибо за игру, пока. Точно. Ну, в смысле, что, уже можно выходить? Не знаю, ну, ты так сказал, да. Просто. Нет, но я имел в виду, что не прощаюсь. Что ой, нет все, алюминия, на ставка на него, да. Если была. Как бы если я сейчас выйду, то Рим тут так усилится. Это да. Мне тебе был еще против меня, удержать. А теперь... Да тут тебе можно меня даже не удерживать, а свои... разнести свои града поставить. Еще 99. Это очень долго будет. Это я только еще 100 ходов буду их раскачивать. Ну ладно, не 100, но может быть ходов 30. Так, поплывем-ка мы к армии. А то я тут отправлял фрегаты куда-то сюда, по-моему. Полечимся. А почему я не могу разграбить галерой в гавани или что? Очков? Нет, гавани. Да, ты не достроил ее. Чего ты так невнимательно? Достроил ее. Нет, есть, правда. Ну, оп, у тебя, наверное, не хватает. Нет, так она у тебя пишется в разработке, ты ее не достроил. Не достроил, достроил. Ну вот, если на нее навести мышки, она пишется в разработке в скобочках. У меня данный район оккупирован врагом. А, я сейчас выйду. Держи, застраивай. Играет. Так ты дострой сначала. Так. Проповедовать верование. Собор, гурдвара. О, сильно. Блин. Даже не знаю. Ладно, возьму пагоду. Так, и здесь проповедовать верование. Наверное, Всемирную церковь. Просто не хочу сейчас тратить деньги на покупку там. Хочу тратить деньги на покупку клеток. Не есть на что их тратить, например, на тот же универ. Так, тут и на мастерские, между прочим, еще. О. Мастерскую я тут куплю, и тут я бы еще фабрику купил. Сейчас каперов настроить, кстати.
Давайте ставим на плюс 100%. Морские юниты. И каперов строим. Да, конечно, арм мне дает кучу религий, с другой стороны, мне сейчас ее просто некуда уже девать. То есть надо покупать рабочих. Но уже практически все обработано у меня в городах. И глянь, может Леонору захватить? У него города, конечно, просто... Просто печаль. Один кампус стоит. Два кампуса. Два кампуса. Все. Это все. Что там у Китая накопилось? 7 литров. Вау. Китай тоже предложение. Давай вот так, может. Ацтек предложение. Мне оно тоже надо. Давай. Ой, я сразу столько ГГшек встретил. Так, фабрика... Здесь нету. Сколько стоит? 660. Не, давайте строить, а тут мы купим мастерскую. Лучше. А, 390. Ага. Так, купим пагоду. Хмер, тебе не надоело? А что там ему не надоело? Китай, ты не можешь войну кинуть это мне, ну, чтобы я объявил от своих? Как Дани? Зачем тебе самой это воевать? Тебя ну, что тут еще делать? А, каперов надо строить, блин, чё я туплю. Я ж карточка на каперы. А, не, они могут, я с ним дружбу похожа. Разговаривай. Так. Пока лазил в этих. Пропустил. О, тут у меня разгра... А, это опять этот? Ой, долбанный ураган. Ну, я за черепах предлагаю проголосовать. Я думаю, они у всех есть. Да, согласен. Окей. Давайте черепахи так, не влияют на довольство. Чё-то я не участвую. Не знаю, все должны участвовать. Конгресс все-таки. Ну да, по идее. У меня ожидание игрока. Ожидайте, пока игроки закончат свои ходы. Римская империя. Ну а что по наемному? Я вот не знаю. Увеличивать стоимость или уменьшать стоимость? Может, за веру? Ну, я, например, за веру не покупаю. Я не строил этого. То есть... А за веру кто говорит? Он просто увеличит за веру. Нет, давай. А, увеличить? Пишет, давайте тоже не участвует что-то. Давайте увеличим за производство. Не, увеличить за производство я против, точно. Да, я за веру, увеличить за веру и все. Я увеличить за веру. Может, уменьшить за производство?
Или нет, тогда будет много строить. Плюс черепаха. Ладно, давайте увеличить за веру. О, у меня голосую... только началось. Я голосую увеличить за веру. Ну, а это только на военные юниты влияет, так что... Я военные юниты точно за веру покупать не буду. Давай. Блин, каждую игру на Артема нападают. Каждую игру он воюет. В этот раз он не виноват, в этот раз я на него напал. Это слишком было, ну, там преимущество было всего лишь 150 очков. Это ничто. Опа, а что производство прошло? Кто там туда влил? Русский? Китай? А что, Кри и, и Рим? Так вы... Я за веру. Нет, Китай. Мне написано, что ты за производство. Подожди. Прикольно. Ну, мне кажется, это вы как-то зря. Если русский, ты вы... Так в том-то и дело, что я веру выбирал. Лучше бы вы... Если ты хотел производство, то лучше бы ты снизил, чтобы ты мог... Но больше юнитов построить, чтобы отбиваться, например, от Рима. У Рима-то юниты построены. Да. А мне вообще уже, в принципе, без разницы. Но чтобы, наоборот, они меньше строили. Ну, так он не будет уже строить. Зачем ему строить? Ну, это странно, короче. Так, торговца можно купить. Не знаю. Чтобы не затягивать уже так проголосовал от балды почти. Капер 9 ходов строит. Ты опять нанял этих мечников? Это долго. Да. Верфь надо, наверное, купить. Слушай, раз такое дело, может, не строить все же юнитов для защиты? Блин, тут кампус на плюс 3. Заметь, я на своей территории сижу. Да производства не будет. Нет, поставлю сюда кампус. А почему я не могу сейчас Астрахань проатаковать? Ты же ее захватил. Меня показывает то, что она твоя. И мне показывает, что она русского. Опять рассинхрон будет. Русский. Мне кажется, ты что-то... Да нет, но у меня написано, что все, ты ее уже забрал. У тебя там броненосец стоит. Следующим ходом начну атаковать арму. У меня просто еще даже нету юнита ее захватывать. Да? Полечимся пока. Так, в путелах не удалось второй раз украсть. Получит. Еще одного. Как он его получит? А, еще. А он уже получил. У него же сам пять. А, ну значит, кто-то Рим или кто? Кто религию не основал? Швеция. Я за игру ни одного великого человека даже не приблизился. Рима, а у тебя сколько городов? Ну, не считая Астрахань. Много у него. Просто столько 13. Производства. Рим, может, 13 ты... 13 это с Нижним Новгородом? Рим, может, ты остановишься уже?
Может, хватит два города и все. А я Астрахань хочу разрушить и только потом остановить. Прикольно. А как да, это? С другой стороны, смысл вот мне как бы не знаю. А смотрите, я до рассинхрона закинул двух послов в две ГГшки под карточкой. А теперь там, оказывается, нет вообще послов моих. И у меня пропали послы. Чудеса. Глюки, да? Так. Везде, ну тут только производство. Блин, ну, тут чинить надо. Чего тебе надо? Даю тебе шанс убить всех моих юнитов. У меня осталось. У меня ничего не осталось, кстати. Ну ничего, ты сидишь с тремя городами. Вон тебе раз, два, три, вместо договор. А я не могу там поставить, я уже с тобой затянулся, ты ж не отпускаешь меня. А я Я шел ставить, у меня варвары отобрали его поселенца. Ну, вместо того, чтобы пойти на варвары, ты решил не меня пойти. Это было еще в начале. Я уже даю тебе шанс тебя захватить. Я тут все равно, ну стрел, у меня 30 науки и 14 культур, я уже никуда не уйду. Я тебе говорю, я не могу сейчас с тобой сражаться, мне нужно другую сторону защищать. А он может захватить только два твоих города. И чё? Мне мало, типа, два города потерять. Мы кого-то ждем? Или... Да, я еще не закончил ход. Блин, я думал, у меня опять глюк. Блин, два арбалетчика. Вроде и построить надо. Два универа, что я два универа не построил еще? Купить, блин. Разрушена библиотека. Что это? Надо универ купить, конечно. Лёш, ты только скажи, когда закончишь. Закончил. У кого мне перекупили? А. Да, это я перестал, потому что войну объявил. Ну, блин, чё висим? Блин. А, давайте Рейну повышу на бонусы за сердце центра коммерции и гавани, чтобы в столице у меня прям там... У меня нету в столице верфи? Нет, есть. Так, ладно, производство... Универ 500, угольная станция 600. Давайте универ строим, угольную станцию следующим ходом куплю. Так, строительная инженерия. Не, ну тут на плюс 100% оставим. Нет, тут пока все оставляем.
Где-нибудь мне плюс первый посол нужен. В Маскат, может. Да, давайте в Маскат. Отличненько. Больше никуда. Дальше открываем урбанизацию. Еще буду Леонору захватывать потом. Библиотека, художественный музей дострою. Русский, дай денег. Кто говорит? Китай. Россия же всегда Китай. Да смысл тебе... Ты губернаторский титул. Зачем тебе уже деньги, ты там и так умираешь. Вот у тебя есть Вологда, а у меня Сиань. Сиань, давай там проведем нефтепровод. Вот дай денег. Это историчника будет? Не давай ему русский. Сила Сибири. Слушай, русский, хочешь забрать два города вообще по изи? Я забрать два города. Там русского забирают, ребята. Он, конечно, хочет, наверное, но... Ты можешь переселиться в Китай, там вот есть три города, ты можешь тремя войсками туда прийти. А, и начать там строить амбары, кампуса. Слушай, если ты пойдешь, ты серьезно можешь пойти в какую-то небольшую армию, захватить Сиань, там всего лишь 45 защиты, даже стен нету. Теперь внезапно Швеция лидер. Смысл? Обратите внимание. Мне Леша, кажется, вот явный лидер внимание, здесь. Обрати внимание. Так, ну, а сам да. Можешь что-то сделать? Вот, а вот это... я смог сделать. Ты это в первую пиши, очередь пожалуйста. Кри. Мне бы хотелось, чтобы Кри на это обратил внимание, но... У Кри все неплохо. Ну ладно, они там вдвоем, они рядом соседи. То есть, если что, они в первую очередь друг друга будут мочить. Ядерок всегда хватит. Ты, если они, конечно, Рим, ты видишь вообще карту? Морду лицо, морду кирпичом и скажут, мы будем дружить, так как бы вписываться нужно как? Хотя бы подговаривать. Ну начни, давай, давай. Да я даже, понимаешь, если я тебе могу, например, с русским как-то помочь, то Кри... На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!